Всем здравствуйте! 6 сентября в публичном пространстве появилась сенсационная информация от адвоката семьи Юрия Шатунова, Сергея Васильева. Юрист заявил, что Андрей Разин вступил в тяжбы с женой ушедшего музыканта и ее несовершеннолетними детьми. Предметом спора являются права на песни группы, в том числе «Белые розы». Васильев посетовал на то, что на публике Разин выражает глубокие слова сострадания Шатуновым, но на деле продолжает разбирательство. Слова адвоката не остались без внимания Разина. Продюсер немедленно дал опровержение, отметив, что речь идет о жалобе, которую он направил в кассационную инстанцию. В ней продюсер потребовал отменить решение Ставропольского районного суда, которое в июне этого года выносило вердикт в пользу Шатунова. Напомним, что 16 июня было отменено решение от 2005 года, по которому права переходили от автора хитов Сергея Кузнецова Андрею Разину. Истец смог доказать, что подпись на договоре о передаче прав, заключенного Разиным и Кузнецовым в 1992, была поделана. В новом обращении сегодня утром Андрей Разин объяснил все подробности. Продюсер напомнил, что произведение «Ласкового мая», как и одноименный товарный знак, зарегистрированы в Америке. Поэтому все решения, которые выносятся на территории нашей страны, не являются правомочными в Штатах. Продюсер заявил, что если жена Шатунова предъявит за рубежом такое решение, то у нее могут забрать все имущество в качестве компенсации за нарушение закона иностранного государства. И он, как человек, которому не все равно, что происходит с членами семьи его бывшего подопечного, посчитал своим долгом направить кассационную жалобу, чтобы не допустить надвигающейся беды. Также Разин обратился к своему куму и другу на своей страничке в сети. «Мы с ним проработали очень много лет. И я горжусь, что именно я смог сделать для этого мальчишки многое в этой жизни. Но поверь, Юра, скоро мы встретимся с тобой на небесах и все равно будем там вместе. Будем надеяться, что все разбирательства, которые планирует начать продюсер, не навредят семье Юрия Васильевича. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!